Запуск ракеты-носителя «Союз» навсегда останется в памяти самарских ребят. Восторг, радость. Увидел такое замечательное событие, грандиозное. Не каждый такое видит. Когда взлетает ракета, я даже не знаю, как объяснить то, что обычное, то, что там нет такого прям вау. А потом уже, когда она взлетела, ты уже начинаешь говорить, как классно было, то, что вау, это первый раз в жизни. У меня непередаваемые чувства восторга были. Я был рад очень, что такой побывал на таком грандиозном событии, запуск ракеты. 9 школьников получили уникальный шанс побывать на космодроме Байконур и стать свидетелями события космического масштаба. Сначала ее хорошо видно, когда она начинает взлетать, а потом она уже, когда идет по своей орбите, она начинает все выше и выше, и в конце какая-то маленькая точка, и уже потом ее не видно. Звук очень такой громкий, рокот двигателя. Как нам говорили, дрожит земля чуть-чуть даже. Говорят, улетела ракета быстро, всего за полминуты. А вот секунды ожидания перед запуском длились невероятно долго. Время как будто бы застыло. Настолько было сильно ожидание и волнение. Если даже самое малейшее движение было ракеты, то мы сразу замирали и смотрели на нее. Ребята пробыли на космодроме 3 дня. За это время они успели обойти весь космодром, попробовать настоящую космическую еду и посидеть за штурвалом корабля «Буран», а также познакомиться с Иваном Ивановичем, манекеном, побывавшим в космосе. До Гагарина летали в космос манекены. Иногда бывают такие заметки в газетах о том, что до Гагарина летали живые люди, но это были манекены. Вес, рост у них был как у Гагарина. И они узнали, что с ними будет. Это уже вторая группа экспедиции «Звездный десант». Ребята, проявившие особые способности и таланты в техническом творчестве. Первый раз самарские школьники ездили на космодром летом по инициативе городских властей. Сейчас такие экспедиции решили сделать традицией. Не исключено, что среди вас здесь будущие Королёвы, Кузнецовы, Гарина, может быть, школы, да? А может быть, просто какие-то очень хорошие, грамотные, талантливые инструктора, инженеры, из которых ни двигателя, ни ракеты, ни вообще ничего создать невозможно. После поездки на космодром многие ребята задумались о том, чтобы связать свою жизнь с небом, звездами и дальними галактиками. Пока перечитывают книги и пересматривают фильмы о космосе и космонавтах.